Шеф-повар Максим Григорьев. Салат из крабовых палочек, сыра и яиц. Решила приготовить довольно известный закусочный салатик из крабовых палочек с плавленным сыром. Думаю, что это блюдо уже всем знакомо, но актуально и в наши дни. Все ингредиенты доступны, время приготовления минимальное, а успех гарантирован. Время приготовления 25 минут. Ингредиенты. Крабовые палочки 120 грамм. Майонез 100 грамм рам. Соль 1 щепотка. Сыр плавленый 100 грамм рам. Чеснок 2 зубчика. Яйца куриные 1 штука. Шаг 1. Для приготовления салата нужно взять плавленый сыр в брикете, у меня дружба, куриное яйцо, крабовые палочки, чеснок, соль и майонез. Шаг 2. Яйцо отварить в течение 10 минут, считая от начала закипания воды, а затем опустить в холодную воду, очистить, остудить и нарезать мелкими кубиками. Шаг 3. От всего количества крабовых палочек отделить 2 штуки и положить их в морозильную камеру, использовать для украшения салата. Оставшиеся палочки разрезать вдоль на 3-4 части, а затем тонко нашинковать поперек. Шаг 4. Брикет плавленного сыра сначала разрезать на тонкие пластинки, а потом нарезать их брусочками. Сыр легче режется ножом, смоченным в воде. Шаг 5. Дольки чеснока очистить от сухой оболочки и натереть на мелкой терке или пропустить через пресс. Шаг 6. В майонез добавить чеснок. Шаг 7. Соус хорошо размешать. Шаг 8. В миску выложить нарезанные крабовые палочки, сыр и яйцо и заправить соусом. Шаг 9. Салат перемешать. При необходимости посолить. Шаг 10. Салат практически готов к употреблению, но чтобы придать ему более эстетичный вид, следует выложить его в формовочное кольцо. Шаг 11. Достать из морозилки крабовые палочки и натереть их на мелкой терке. Шаг 12. Покрыть верх салата тертыми крабовыми палочками, аккуратно снять кольцо и украсить верх по своему усмотрению. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.